Трехгорный – это ядерный щит державы. Горная Уральская тайга, в глубине которой расположился наш город, как по заказу, скрывает его от посторонних глаз. Долгое время это место хранило свою тайну – тайну атома. А рождение Трехгорного было связано с решением советского правительства создать здесь один из секретных объектов атомной промышленности. Более 60 лет назад в Трехгорном был построен приборостроительный завод по серийному выпуску ядерных боеприпасов. Город Трехгорный расположен между горами Шуйда, Завьялиха и Бархотина в западной части Челябинской области на административной территории Катав-Ивановского района, примерно в 250 километрах от Челябинска. Основан Трехгорный в 1952 году. Население города составляет более 32 тысяч человек, представителей 54 национальностей и этнических групп. В городе зарегистрировано 635 организаций, из которых около 200 относятся к категории крупных и средних. Потребительский рынок состоит из 175 предприятий розничной торговли общей торговой площадью около 25 тысяч квадратных метров, в том числе 109 магазинов, 13 павильонов, 52 киоска и ярмарка выходного дня, а также 39 объектов общественного питания на 2900 посадочных мест. Наибольший удельный вес в общем объеме розничного товарооборота занимают субъекты малого предпринимательства. Система образования в городе представлена учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования, сетью учреждений среднего и высшего профессионального образования. Помимо общеобразовательных, мы еще имеем и 3 спортивные школы Олимпийского резерва. Культура Трехгорного – это учреждение дополнительного образования детей, библиотеки, клубные учреждения, досуговый центр, музей, парк культуры и отдыха. Природно-климатические особенности региона способствовали созданию на территории города современного гостиничного комплекса «Каменный цветок» с горнолыжным курортом Завьялиха, отвечающий высочайшим европейским стандартам. Построенный одним из первых на Южном Урале, он получил известность по всей стране и уже стал российской столицей по сноуборду. На Завьялихе проходят соревнования на Кубок России по сноуборду, горным лыжам. Здесь проводят свои тренировки национальная команда. На сегодняшний день здесь действует несколько горнолыжных трасс разной сложности и протяженности. За последние годы расстроился наш Атомград. Появились дома высотой в 10 и 13 этажей. В уединенном месте в Бару 10 лет назад возведен главный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Высокая духовность, стремление к прекрасному всегда отличали жителей Атомграда. Мы любим путешествовать, познавать мир, но всегда с удовольствием возвращаемся в родные пенаты и облегченно вздыхаем у городских ворот. Все дома. Трехгорный. Таким знакомым и родным словом «Родина» называется наш любимый город.